Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В субботу в Самарской области облачно, осадки в виде небольшого дождя, 13-16 тепла днем, ночью 7-9 выше 0. Ветер северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, дождь. Днем плюс 16, ночью 9 градусов выше 0. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, возможен дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 9 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь, плюс 14 градусов, в дневное время ночью плюс 9. Ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.